Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Poco M3 Pro включить портативную точку доступа, то есть раздать Wi-Fi. Переходим в панель быстрого доступа, находим кнопочку «Точка доступа». Тыкаем по не раз, можем переключать данный режим. Удержав на ней палец, можем открыть некоторые его настройки. Можем изменить имя нашей точки доступа, можем изменить ее пароль, можем выбрать протокол защиты, можем ее скрывать ее SSID. Можем отобразить QR-код для моментального подключения к нашей точке доступа, можем установить однократный лимит трафика. Можем автоотключать точку доступа, если никто не подключен. Можем использовать ее как USB-модем, как Bluetooth-модем. И также можем управлять подключенными устройствами. Можем установить лимит подключений. И также имеется черный список. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!